Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале, и сегодня я решила запечь в духовке куриные бедрышки. Но для начала мы сделаем маринад. В кухонном процессоре я сейчас измельчу лук, но обязательно добавлю немножко воды кипяченой, чтобы так помочь измельчить блендеру лук. Вот я лук измельчила, теперь сейчас я добавлю чесночок. Теперь сейчас мы в нашу мисочку, видите, вот такая кашка получилось. Вот. Теперь мы добавляем перчика. Немного. Вот. Наши пряности. Лавровый лист. Мы потом, он, конечно, в запекании он не идет. Только в мариновании. Сухой, измельченный укроп. Это мой укроп, я не покупала. Вот горчица, где-то 2 столовые ложки. Вот. Горчицу вы можете брать любую, какая вам больше всего нравится. Теперь сейчас посолим. Достаточно. И я добавляю оливковое масло Extra Virgin. Мне нравится такой вот приятный, вкусный, такой оливковый привкус. Теперь мы сейчас это все перемешиваем. Добавляем, у меня тут еще осталась вода. Всего у меня воды вместе с луком, когда я его измельчала в кухонном процессоре, я добавила. И то, что у меня осталось, всего у меня ушло 100 миллиграмм воды. Вот это сейчас мы перемешиваем. Вот такой вот у нас маринадик получился. Отставляем в сторону и подготавливаем наши бедрышки. Нам их нужно помыть и высушить под полотенцем, чтобы не было лишней влаги, потому что и так будет очень довольно-таки она сочная от такого маринада. Ну вот, я промыла наши бедрышки и сейчас их так под полотенчиком хорошо-хорошо высушиваю. Нам нужно, чтобы они пропитались маринадом. Теперь бедрышко ложу сюда. Еще одно бедрышко. Еще одно. У меня их штучек 6, потому что нас 6. Тряпочку убираю. И хорошо промазываю прям так, чтоб и под шкурочку попало. Замаринуются они быстро. Кстати, очень хороший даже маринад для шашлыка. Но мы их будем запекать в духовочке. Так что вот хорошо, так хорошо-хорошо. Ой, как пахнет. Пряно, вкусненько. Так, вот. Так, хорошо мы их. Сейчас прям нижний такой слой. Ну, вот и все. Оставляем
на минуток 20, можно даже на час, вообще будет, оно будет во рту прям таять это мяско. Так что ждем. Ну вот мои бедрышки, не мои, ну, куриные бедрышки замариновались. И сейчас вот так вот, видите, я выложу их в форму. Лавровый листик убираем. Немножечко так подкладываем лучка. Давайте так красиво будем выкладывать. Потому что в конце я делаю то, наверное, чего никто не делает. Так красиво сейчас. Так. Так немножечко. Вот. Что теперь делаю я? Сейчас я сполосну руки. Здесь у меня перетертые помидоры. Обычные, домашние, без сахара. Тут у меня соль. У меня здесь вот это черненькое, это базилик. Тоже я сушила свой домашний. Сюда я немножечко чайную вот такую ложечку прованских трав, сушеного чеснока. И вот этой вот томатной заливкой я заливаю бедрышки. Уверяю вас, это очень будет вкусно под любую, под гречку, под макарошечки. Так. Минуток 20 еще дать этому мяску постоять, потом в духовочку на 180 градусов. Ну, на часик, на час 20, ну, в зависимости от вашей духовки, смотрите сами. Поэтому ставлю запекаться через минут 20. Ну вот такая курочка у меня получилась. Ну, ребятки, уважаемые друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Пока.